Не обижайся, но выглядишь ты паршиво. Не болеешь? Камила Валерия знает, что во всем Ривервуде ей не сыскать парня лучше меня. Эльф льстит себе, если считает, что она выберет его. Я-то видел, как он крадется к ривервудскому торговцу, чтобы поболтать с ней, когда меня нет рядом. Зря только время теряет. Может, твоя правда. Возможно, она на Фэндала смотрит скорее как на друга, но к чему рисковать? Вот, передай Камиле это письмо. Там всякие мерзкие глупости. Скажи ей, что оно от Фэндала. То, что коготь вернулся на свое зак... С тобой рядом всегда веселее. От Фэндала? Странно, как он никогда мне раньше не писал. Так, это еще что? Неужели он на самом деле так обо мне думает? Что ж, передай этому болвану длинноухому, чтобы я его больше в лавке не видела. Глаза мои на него не глядели. До встречи. Спасибо. Мы с тобой здесь единственные, кто еще не лишился разума. Да, немного того, немного сего. Ладно. Ну, вообще, Ривервуд, даже ничего. Ты хочешь говорить со мной? После всего, что было? Я покажу тебе то, что знаю. Ладно. Так нечестно! Хватай ее, пенек! А что это ты двоишься? Это письмо убедит Камилу никогда больше не разговаривать с Фэндалом. Очень рад это слышать. Отличная работа! Думаю, я могу поделиться с тобой своим золотишком. Мне в таверне перепадают чаевые. До встречи. Так это ты тут все разнюхиваешь? Сейчас принесу. Я хозяйка гостиницы. Моя обязанность — следить за приезжими. Чердак? Да. Что ж, у нас нет чердака. Но одна комната свободна, налево от двери. Чувствую себя как дома.
другие говорят. Ты не это ищешь? Нам нужно поговорить. Иди за мной. Побьем, братьев, бури, землю нашу вернем. Защищать край родной будем мы день за днем. Сдохнет Ульфрик, изменник лихой. Как ты сгинешь, так будет у нас мир горой. Ты же меня не боишься, нет? Мы скалинские дети, битва нам словно мать. Нас авангард ждет светлый, каждый раз жизнь отдать. Закрой дверь. Но прежде о тебе... Теперь можно поговорить. Свою не уступим мы наших надежд воронью. Седобородые, похоже, думают, что ты Довокин. Надеюсь, они правы. Надеюсь, что так. Но прости меня, я не поверю во что-то только потому, что так сказали седобородые. Я только что отдала тебе рок Юргена. Значит, я тоже драконорожденная. Я бы не пошла на это без причины. Нужно было удостовериться, что это не ловушка талмарцев. Я тебе не враг. Я уже отдала тебе рок. Я правда пытаюсь тебе помочь. Просто выслушай меня. Как я писала в своей записке, я слышала, что ты, быть может, драконорожденный или Довокин. Я член ордена, который искал тебя. Ну, кого-то вроде тебя. Уже очень давно. Если ты, конечно, и вправду Довокин. Прежде чем я расскажу тебе больше, я должна удостовериться, что тебе можно доверять. Если не доверяешь мне, глупо было приходить сюда. Я знала, что седобородые пошлют тебя туда, если подумают, что ты Довокин. Они очень предсказуемы. Увидев тебя здесь, я поняла, что тебя прислали седобородые, а не талмарцы. Да, мы очень давние враги. И если мои подозрения верны, они как-то связаны с возвращением драконов. Но сейчас это не важно. Важно то, что ты, быть может, и есть Довокин. Мы помним то, что многие забыли. Драконорожденные — совершенные драконоборцы. Только вы можете окончательно убить дракона, пожрав его душу. Ну что, ты сможешь поглотить душу дракона? Хорошо. И у тебя будет шанс доказать мне это довольно скоро. Драконы не возвращаются. Они просто оживают. Они никуда не уходили. Они были мертвы, убиты сотни лет назад моими предшественниками. Теперь что-то вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить этому конец. Ха. Несколько лет назад я почти то же самое сказала своему коллеге. Что ж, оказалось, он был прав, а я нет. Я не думаю, я знаю. Я ходила на древние могильные курганы. Они опустели. И я догадалась, кто и где следующим пробудится к жизни. Мы пойдем туда, и ты убьешь этого дракона. И если у нас все получится, я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Роща Кин. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится... Возможно, мы узнаем, как это остановить. Мне нужно переодеться в дорожную одежду. Дай мне минуту, и я буду готова. Так-то лучше. Пойдем по дороге в рощу Кин.
отсюда, Вакин. Я обещала тебе все рассказать, верно? Говори. Отвечу на все вопросы. Ничего не утаю. Я одна из последних клинков. Давным-давно клинки были драконоборцами. Мы служили драконорожденным, величайшим драконоборцам. Более 200 лет с момента гибели последнего драконорожденного императора клинки искали, в чем же теперь наша цель. Теперь драконы возвращаются, и наша цель опять ясна. Мы должны их остановить. Ничего. Я, как и ты, была поражена, когда увидела этого огромного черного дракона. Правда? Где? Интересно. Тот же дракон. Проклятие. Мы бродим в потьмах. Нужно выяснить, кто за этим стоит. Сначала нам нужно выяснить, кто стоит за драконами. Талмар, наш главный подозреваемый. Если это и не их рук дело, они знают чьих. Перед Великой войной клинки помогали Империи бороться с Талмаром. Наш грандмастер считал его величайшей угрозой для Тамриэля. В то время это было верно. Возможно, верно и теперь. И мы боролись с ним в тени, по всему Тамриэлю. Мы думали, что эта задача нам по плечу. Мы ошиблись. Доказательств нет, пока. Но я нутром чую, что это их рук дело. Имперцы захватили Ульфрика. Война почти закончилась. А потом появился дракон, Ульфрик сбежал, и война снова идет. А теперь драконы нападают на всех без разбору. Скайрим ослаблен, Империя ослаблена. Кому это на руку, кроме Талмара? Если бы мы могли пробраться в Талмарское посольство. Это их штаб-квартира в Скайриме. Проблема в том, что посольство охраняют лучше, чем Скряга свой сундук. Они еще большие параноики, чем я. Я пока не знаю точно. У меня есть несколько идей, но нужно время, чтобы все продумать и подготовить. Встретимся в Ривервуде. Если я не успею туда к твоему приходу, дождись меня. И посматривай на небо. Поверь мне, дальше будет хуже.
надеюсь, тебе понравится. У меня есть план. Знак того, что я ценю твою дружбу. Жил да был Рагнар рыжий героем. Он слыл, как-то раз он в Вальтран ненадолго прибыл. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Я придумала, как провести тебя в Талмарское посольство. Но рыжий, как лютик, паник, он услышал Матильды насмешливый крик. Я же говорю, это моя профессия. Что пока талмарцы искали меня, я за ними наблюдала. Довольно, готовься, сейчас ты умрешь. Посланница Талмара Эленвен часто устраивает прием, где собираются богатые и влиятельные люди, тем самым демонстрируя эльфам свою лояльность. Я могу провести тебя на такой прием. Когда будешь внутри посольства, покинешь сборище и отыщешь секретные документы Эленвен. У меня есть человек в посольстве. Он сам не пойдет на такой риск, но сможет тебе помочь. Его зовут Малборн, лесной эльф. У него много причин ненавидеть Талмар. Можешь ему доверять. Я ему передам, что вы встретитесь в Солитьюде, в смеющейся крысе. Знаешь это место? А я пока попробую добыть тебе приглашение на прием у Эленвен. Найдешь меня в конюшнях Солитьюда, когда договоришься с Малборном. Есть вопросы? Жил да был Рагнар рыжий героем, он слыл, как-то раз он в Вальтран ненадолго прибыл. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь. Могу отвезти. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливаем. Впервые в Солитьюде. Прекрасный старинный город. Столица всего Скайри. Я тебя прикрою. Я с радостью понесу твою ношу. Веди. Хочешь что-нибудь купить? Добро пожаловать в мой скромный караван. Погляди. Пусть дорога приведет тебя в теплый да. Ладно, но если попадешься, меня не вини. И все может быть. Надеюсь, мы еще поторгуем. Если ты хочешь вступить в легион, говори с Рикки. Thank you.
не стану. Свари, иди домой! Иди домой и сиди там, пока не придет нас мама! Предал! Давай уже! Предатель! Скажи ей, что ее дядя мерзавец, который предал своего верховного короля. Чем раньше она узнает правду, тем лучше, Адвар. Ты сама доброта, предатель. Рогвер, ты помог Ульфрику-буревестнику бежать из города после убийства верховного короля Торуга. Открыв для Ульфрика ворота, ты предал народ Солитюда. Не заслужил он последнего слова. Не было никакого убийства. Ульфрик бросил вызов Торугу. Он победил короля в честном бою. Такова наша традиция. Таков древний обычай Скайрима и всех нордов. Долой! Долой! Сегодня я иду в Совнгард. Да. Правда? Ее выбор пал на тебя? Надеюсь, она знает, что делает. Значит так, я могу пронести кое-что для тебя внутрь посольства. Даже не пытайся пронести с собой еще что-нибудь. У талморских стражников нюх на это. Дай мне то, без чего не сможешь обойтись, и я пронесу это в посольство. Остальное за тобой. Ладно, я пронесу это в посольство. Мне пора идти. Я тебя найду на приеме, не волнуйся. Может, тебе след. Твоя задача — пройти на прием так, чтобы в тебе не заподозрили шпиона. Об остальном я позабочусь. То, что нужно пронести в посольство, уже у Малборна? Хорошо. Вот твое приглашение на прием. Но ты сможешь пройти через охрану, только если они поверят, что ты действительно из приглашенных гостей. Это значит, что тебе нужно одеться соответственно и не тащить с собой целый арсенал оружия. Вот, надевай. Когда все будет готово, отдай мне все остальные твои вещи. Я сохраню их до твоего возвращения. У тебя будет только то, что Малборн пронесет внутрь. Ну и то, что найдешь на месте. Ладно, пусть будет так. Сойдешь за обычного гостя. Ну, пока рот не откроешь, конечно. Ну что, пора садиться в экипаж и ехать в посольство? Ладно.
Все тебя дождется здесь, в целости и сохранности. Главное, вернись живым и с уловом. Удачи! Кто-то опаздывает на вечер у Эллен Вен. И какой шикарный экипаж, надо же. Мое почтение, господин. Я опоздал исключительно из-за того, что заблудился в этих богами забытых горах, а не потому, что хотел опоздать. Я предпочитаю приходить пораньше, часто сзади, на праздник. Чтобы добро пожаловать в Талмурское посольство. Ваше приглашение, пожалуйста. Благодарю, господин. Проходите. Вот мое приглашение. У меня нет отравленного кинжала под одеждой. Это сатра. Добро пожаловать. Мы, кажется, не знакомы. Я Эллен Вен, посол Талмора в Скайриме. А вы? Ах, да. Я видела ваше имя в списке гостей. Прошу вас, расскажите о себе побольше. Что привело вас в эту... в Скайрим? Что случилось, Малборн? У нас закончилось вино Алта. Вы разрешите мне открыть Орентийское красное? Конечно. Я же просила не беспокоить меня такими мелочами. Да, госпожа посол. Прошу прощения. Мы еще познакомимся поближе. Прошу вас, отдыхайте. Вот что я скажу. В конце концов, Йормунд работает в небесной кузнице. Что вам принести? Ты на приеме. Хорошо. Как только ты отвлечешь стражу, я открою дверь, и ты сможешь пройти дальше. Надеюсь, мы оба доживем до завтра. До встречи. Да, могу только согласиться. Что? Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? Кое-что интересное произошло недавно. Друг мой, это совершенно верно. Я ужасно страдаю от жажды и не могу ее утолить. И никто из слуг не приносит мне выпить. Эллен Вен, наверное, запретила мне наливать, тварь фригидная. Боится, что я опять устрою дебош, наверное. Я хочу еще выпить. Да, что тебе нужно? Пожалуйста, господин, лучший калавианский бренди. Чем еще могу служить? Что тут надо сделать, чтобы тебе налили? А, щедрая душа среди этих скаридов и дармоедов. Есть какие-то новости? Если я могу тебе чем-то помочь, обращайся без колебаний. Чудесно! Я готов немедленно отблагодарить тебя за щедрость. Дай знак, друг. Кто знает? И это все, друг мой. Только я могу тебе помочь. Устраивать сцены — это практически моя специальность. Отойди и насладись моим мастерством. Всем, пожалуйста, послушайте меня. Я хочу сделать да. Объявление. Конечно, я посмотрю, если у нас. Я буду ждать у двери, пока все не отвлекутся на другое. Пошли, пошли, пока нас не заметили. Вероятно, чтобы кто-то из вас захотел оказаться с ней в постели. Хотя вы почти все уже с ней в постели. Пока все хорошо. Будем надеяться, что никто нас не видел. Мы должны пройти через кухню. Твои вещи спрятаны в кладовой. Держись поблизости. А говорить буду я, хорошо? Иди за мной. Слуги, принесите мне выпить, живо! Кто идет, Малборн? Ты же знаешь, я терпеть не могу странные запахи на кухне. Гостю стало плохо. Оставь его в покое. Гость? На кухне? Ты же знаешь, это против правил. Против?
правил Цавани. Я и не знал, что разрешено есть лунный сахар. Наверное, нужно уточнить у посла. Убирайся отсюда. Я ничего не видела. Твои вещи в этом сундуке. Я закрою за тобой дверь. Смотри осторожнее. Я закрою за тобой дверь, иначе патрульные заметят, что что-то не так. Спеши. Вы удачи. Видели утром? Вы теперь только на себя. С кем это они? Новые миротворцы послали? Нет. Это высокий маг. И прямо из Эленора. Кажется, сама наконец забеспокоилась из-за дракона. А, хорошо. Даже интересно, как бы мы сами могли от них защититься. Если дракон появится, лучше пусть сначала сожрет маг. Тогда, может, нам хватит времени, чтобы его прикончить. Ха! Хорошо бы этих заносчивых ублюдков ткнули носом в грязь. Всегда они на нас смотрят с... Вверху вниз, как на муравьев. Пошли лучше патрулировать.
сказал, ничего больше не знаю об этом. Что? Кто? Чего ты тогда хочешь? Да, конечно. Быстрее, туда. Я видел, как стражники выносили туда трупы. Куда-нибудь да выйдем. Нет проблем. Спасибо за помощь. Я у тебя в долгу. Найди меня в Рифтоне, если выберешься отсюда. Я видел, как стражники тащили туда тела. Может, там выход? Давай выбираться отсюда. Я видел, как стражники тащили туда тела. Может, там выход? Очень надеюсь. Если это тебе поможет их обдурить, буду рад помочь. Они ищут какого-то старика по имени Эсберн. Что-то связанное с драконами. Я слышал их разговоры, когда они решили, что я вырубился. Я видел в Рифтоне одного типа. Они думают, что это он. Больше нечего добавить. Я даже не знаю, где он живет и как его зовут. Но они и так чуть не до потолка прыгали от радости. Вот так. Теперь давай отсюда выбираться. Давай выбираться отсюда. Тебе крыша! Теперь талмарцы будут охотиться за мной до конца жизни. Надеюсь, дело того стоило. Знаешь уже, нет? Дракон снова напал. На этот раз на рощу. Как ты себя чувствуешь? У тебя совсем больной вид.
хоть не убили. Твои вещи лежат у меня в комнате в полной сохранности, как я и обещала. Удалось узнать что-то полезное? Правда? Что-то не верится. Это точно? Эсберн? Он жив? Я думала, талмурцы уже давно его изловили. Безумный старик. Хотя это значит, что если талмурцы захотят выяснить, что происходит с драконами, они быстро его найдут. Кроме желания убить всех клинков, до которых они доберутся, Эсберн был архивариусом клинков. Одним из нескольких. Прежде чем Талмар сокрушил наш орден во время Великой войны, он проштудировал все книги и рукописи в наших архивах в поисках сведений о драконах. В древности клинки очень много о них знали. Эсберн был этим по-настоящему одержим. Тогда это никого не интересовало. Кажется, зря мы думали, что он сумасшедший. В Рифтоне, да? Тогда, наверное, в крысиной норе. Я бы сама там спряталась. Отправляйся в Рифтон. Найди Бриньюльфа. У него есть связи. По крайней мере, мы хоть что-то уже знаем. Да. И когда найдешь Эсберна, если думаешь, что у меня паранойя, скажем так, его доверия будет добиться непросто. Спроси его, где он был 30-го дня начала морозов. Он поймет. Вести. Я могу от... Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливаем. Если первый раз в Рифтоне, обязательно сходи на медоварню «Черный вереск». А ну стой! Хочешь войти в Рифтон? Плати гостевой налог. За право войти в город. А тебе какое дело? Ладно, только шум не поднимай. Хочешь, чтоб все услышали? Пропущу, дай только ворота отопру. Ворота открыты. Заходи, когда зачтешь. Что бы это значило? Я опять столкнулась с гильдией воров. Я тебя не знаю. Ты в Рифтоне не нарываешься на неприятности? Она только щелкнет пальцами. Не говори такого, о чем потом пожалеешь. Если начнешь разнюхивать что про черный вереск, можешь неплохо огрести. Они выскочек не любят. Семья Черный Вереск заправляет всем в Рифтоне, а гильдия воров прикрывает им спину. Так что лучше не лезь в их дела. Я Кувалда. Приглядываю за порядком на улицах. Если захочешь узнать чью-нибудь грязную подноготную, обращайся, но готовь монету. Тогда ты глупее, чем выглядишь. Смотри, не вляпайся во что-нибудь. Если жизнь дорога, лучше уходи. Когда ты брал деньги, ты обещал вернуть их в срок, но с двойными процентами. Как зимний снежок. Я так понимаю, ты отвлекаешь меня по делу. Никогда и дня честно не работал, судя по тому, сколько у тебя денег. Парень. Хочешь за бесплатно что-то узнать, да? Сперва помоги мне сделать дело, а потом, может, и я тебе помогу. К тому же, кажется, у тебя денег не так много осталось, верно?
еще хуже — упустить золотой шанс. У меня есть одно дельце, для которого пригодилась бы вторая пара рук. А в моем деле за такие руки хорошо платят. Все очень просто. Я отвлеку внимание, а ты украдешь серебряное кольцо Мадези из сундучка под его прилавком. Когда добудешь его, нужно будет незаметно его положить в карман Браншею. Кое-кто хочет, чтобы он отошел от дел навсегда. Это все, что тебе нужно знать. Теперь скажи мне, когда приготовишься, и мы начнем. Хорошо. Погоди, пока я их не отвлеку, а потом посмотрим, что ты сумеешь добыть. Слушайте все! Слушайте! Слушайте! У меня есть нечто замечательное, и оно стоит вашего внимания. Ну, Бриньёль, что на этот раз? Терпение, Браншей. Это редкая возможность. Я бы не хотел, чтобы ты остался с носом. То же так, сам я вижу, мне ты пора. Говорил про приходи завтра, если захочешь огонько. Купить. Какая потеря времени. Проклятие. Не надо было ждать. Ты вроде не прочь. Кажется, ты отлично подходишь для этой работы. Недорогого меда. А это тебе плата, как я и обещал. С учетом того, как у нас идут дела, нужно радоваться, что наш план сработал как надо. А, мою организацию преследуют неудачи. Ну, наверное, так и должно быть. Но все равно, работа сделана, и сделана на отлично. Но можно заработать еще больше, если, конечно, не побоишься. Ну хорошо, давай-ка проверим. Наша группа обретается в крысиной норе под Рифтеном. Есть там кабак, называется «Буйная фляга». Доберешься туда, и мы посмотрим, из какого ты теста. Украшение легендарных аргентинских людей.
скажешь Бринильфу? Говорю тебе. Надеюсь, тебе есть чем заплатить за выпивку. Бесплатно не наливай. А, тут полно стариков. Не знаю, чем тебе помочь. Это трогательная история. А теперь вали отсюда. А, тут полно стариков. Не знаю, чем тебе помочь. Ну, раз дело так обернулось, то такого старика я, наверное, знаю. Он прячется в крысиной норе. Почти не выходит. Кто-то приносит ему еду и все остальное. Старый сумасшедший, говорят. Чтобы здесь жить, и вправду нужно умом двинуться. До встречи. Ну и ну. Я просто поражен, парень. Я и не думал, что опять тебя увижу. До встречи, парень. Как покажешь Бринильфу, на что годишься, заходи ко мне. Thank you.
кухне, что ли? То, что коготь вернулся на свое законное место, много для нас значит. Не пойми меня превратно, но выглядишь ты как-то не ахти. Дельфина, я рад тебя видеть. Много лет прошло. Я тоже рада тебя видеть, Эсборн. Слишком много, старый друг. Слишком много. Я знаю, где мы сможем поговорить. Оргнер, последи за залом, пожалуйста. Запросто. Сюда. Только я понимаю, ты уже знаешь? О, да, Давакин. Да, я знаю. Это все меняет, разумеется. Нельзя терять времени. Мы должны найти... Давай покажу. Где-то... Здесь... Что, Эсбер? Секундочку. Одну минуту. Смотри, вот здесь. Храм Небесной Гавани, построенный на месте одного из главных кавирских лагерей в пределе. Ты понимаешь, о чем он говорит? Там они возвели стену Алдуина, чтобы запечатлеть в камне свои знания о драконах. Защита от векового забвения. И дальновидный шаг. Стена считалась одним из чудес света, однако ныне никто не знает, где она находится. Эсборн, к чему ты клонишь? Вы что, хотите сказать, что не слышали о стене Алдуина? Никто из вас... Сделаем вид, что не слышали. Что это за стена? И как она поможет нам... ...навить драконов? На стене Алдуина древние писали все, что знали об Алдуине и его возвращении. Часть
Значит, идем в храм Небесной Гавани. Я знала, что ты нам поможешь, Эсберн. Я знаю ту часть предела, о которой говорит Эсберн. Рядом с так называемым Картспайром, в каньоне реки Карт. Мы можем встретиться с тобой там или отправиться вместе. Решай. Твой выбор. Не ходить вместе это может и безопаснее. Меньше внимания привлечем. Не бойся. Я доставлю туда Эсберна в целости и сохранности. Мы тебя будем ждать у Картспайра. Удачи! Ты тут новичок, так что на первый раз прощаю. Но лучше злить. Хуже, чем я себя чувствую. Если выйду из себя, обратно не вернусь. Мало не покажется, точно тебе говорю. Нужно что-то?